В эти минуты в Поволжском колледже технологии и менеджмента проходит региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Состязания проходят по специальности техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. В них принимают участие 7 студентов из ведущих СУЗов Саратовской области. Для кого-то это первое участие в каком-либо конкурсе, для кого-то это уже кто-то может уже участвовал. Хочу сказать одно. На данный момент ничего изменить вы уже не сможете. Поэтому, подходя к конкретному заданию, откиньте все сомнения, сосредоточьтесь и сделайте то, чему вас учили. В первом этапе участникам олимпиады необходимо было пройти тестирование, перевести текст с иностранного языка. Ну а после теоретической части ребята приступили к практической. На него отводится 20 минут, чертим чертеж, и затем переходим в корпус номер 3, это мастерские, где будем выполнять практическое задание – монтаж электрической схемы и поиск неисправностей. Результаты олимпиады станут известны сегодня вечером. Победители регионального этапа представят Саратовскую область на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по специальностям электро- и теплоэнергетика. Этот этап олимпиады пройдет в мае 2018 года в Конаково, Тверской области.